Здравствуйте, дорогие друзья, коллеги. Начинаем пресс-конференцию по фильму, конкурсному фильму «Судьба» режиссера Жанна Исабаева. С нами на... С нами на Zoom'е художник-постановщик картины Антон Балкунов, актеры Индира Кулчанова и Ермек Турганбеков и режиссер и автор сценария Жанна Исабаева. Welcome. Я спрошу первые вопросы. Ну, наверное, прежде всего, мой вопрос режиссеру. Какие референсы вы, как режиссер и сценарист, для себя нашли, когда, в общем, приступали к работе над фильмом? Я лично, я скажу про себя, чтобы как-то обозначить свои позиции. Я в этом фильме концептуальном, несмотря на его вроде как простоту, увидел, как ни странно, какое-то продолжение каких-то французских традиций, вот элегантных таких сказок Ромеро с поправкой, может быть, на новое азиатское кино в духе Хон Санг Су и прочих товарищей. Вот от чего отталкивались вы, если вообще от чего-то отталкивались? Я не думаю, что я отталкивалась как бы сознательно от чего-то, но на самом деле вы совершенно точно угадали тот факт, что здесь есть, конечно, влияние, мне кажется, южнокорейского кино, потому что я очень большой фанат южнокорейского кино. Я не хотела каким-то образом какие-то вещи заимствовать, но мне кажется, что вот эта атмосфера, которая вывалась в фильме, она в этом смысле перекликается с южнокорейским кино. Даже если вы обратите внимание, наша главная героиня, когда я, вот она с нами на пресс-конференции, Индира, когда она пришла в первом на пробы, я ее увидела, я сказала: ты знаешь, Индирочка, ты вылитая корейская принцесса, корейских сериалов, которые я делаю. И такое у меня, такое тепло стало, в смысле, как-то я сразу ее утвердила, может быть, поэтому, я не знаю, спасибо. Если я ответила, то больше. Да, вполне. Расскажите про ваших актеров, чтобы мы понимали, с кем мы имеем дело. Как вы вообще такое ощущение, когда смотришь? Да, да. Скажите сначала про ваших артистов. Я бы хотела сказать про всех, кто здесь с нами с ним участвует. У нас вот наши актеры — это прекрасные Ермек и Индирочка, это профессиональные молодые актеры, это новое поколение актеров, они очень молоды, но они востребованы, они хорошо снимают. Это их первый фильм, где они так сыграли главные роли. Индира также работает у нас в известном театре «Жасна». Вот, я думаю, что у них очень хорошее будущее и удовольствие. Также я хотела сказать пару слов про Антона Балкунова, который также с нами сегодня. Художник-постановщик – это мой соавтор, это больше, чем просто художник. Мы с ним сделали более 5 фильмов. Он лауреат «Золотой театральной маски» в России. Сейчас он номинант на еще одну «Золотую маску». В общем, вот так, таким составом мы сегодня вот участвуем. Угу. Большой радостью в этой пресс-конференции. Я хочу сказать комплимент Антону, потому что... Вот на мой взгляд, то есть я не знаю, то есть все предельно аутентично и выглядит, как будто это вот абсолютно вы снимали на улице. Вот просто прокомментируйте, если вам есть что сказать, насколько я прав или нет. Ну, аутентичность интерьеров и натуры. Ну, как бы я не очень понял, вы говорите, как будто снимали на улице, и не очень понял. Ну, как будто бы все интерьеры абсолютно аутентичные, как будто вот вы снимали, ну, так сказать, как будто да, вам не пришлось ничего делать. Ну, потому что... Что плюс? Основное,
Да. Ну, тут, знаете, как с кастингом, 50% успех – кастинг. Вот так же и здесь. То есть основная часть нашей работы – это правильно выбрать локации. То есть мы перед съемками очень много ездим, очень много смотрим, фотографируем, потом анализируем, относительно локаций раскадровываемся и уже дорабатываем локации, там, если что-то нужно. Ну, я вот, честно говоря, вот так уже сейчас прям не могу точно вспомнить, много ли мы дорабатывали в кадрах. Что-то дорабатывали однозначно, потому что всегда что-то дорабатываешь. Потому что как бы ни была хороша локация художественная, все равно где-то что-то не по кадру поместилось, где-то что-то, где-то придумали какой-то выход от, там, из кадра отсюда туда, туда отсюда. Ну, то есть как бы... Тут 50 на 50, как бы, все равно, в любом случае. Конечно, это не фантастический блокбастер, где бы мы строили декорации, но, тем не менее, как бы, вот, основная, как бы, штука — это выбор, а и, ну, доработка потом его, он как-то так. Ясно, понятно. Я хочу, чтобы Индира и Ермек рассказали нам вообще про, вот, с их точки зрения, в какой сейчас позиции находится казахское кино. Потому что мы, честно говоря, ничего не знаем про это. Вообще ничего. У нас на ММК в этом году в конкурсе участвуют два, как ни странно, казахских фильма. Один из них снял Ким Ки Дук почему-то. Вот. А кроме этого, нам очень мало что известно. Вот с ваших позиций молодых артистов, как вы расцениваете, что происходит? Происходит что-то вообще в казахском кино? Происходит, да, конечно, это само собой. И хотелось бы заметить, что казахское кино, оно всегда отличалось своей такой, знаете, такой восточный вкус всегда присутствует в казахском кино. Такая особая атмосфера, которой нет в других фильмов. Ну, это, наверное, в каждом отдельно взятом национальном кино, наверное. Вот, но для меня особенно вот казахский дух, который проявляется в фильмах, вот, для меня вот особенно, допустим, мне очень нравится европейское кино, особенно французское или испанское, потому что у них очень много глубины, я считаю. Глубины даже больше, чем, может быть, в Голливуде или в других странах. Вот. Также вот и казахское кино тоже отличается своим особым вкусом, наверное. Для меня лично мы очень развиваемся с каждым годом, наверное, потому что появляется все. Если раньше, допустим, в Казахстане снимались только там исторические и криминальные драмы, то сейчас более такой... Ну, так как рынок стал больше, то и жанров стало больше. Окей, ну уже здорово, во-первых, что вы говорите по-русски, в отличие от вашего персонажа, который не говорит по-русски. Вот, это уже очень хорошо и приятно услышать. Индира, что скажете вы? Ну, я просто хочу добавить, маленькими шажочками мы идем к большому рынку, к рынку кино. Сейчас у нас в Казани снимается очень много проектов, очень много сериалов, фильмов. Ну, мне кажется, вы, наверное, не знаете об этом, но у нас, в нашем Казахстане, кино процветает, и, мне кажется, будут большие успехи в будущем. Ничего себе, будем следить за этим. Коллеги, уважаемые, у вас есть вопросы к режиссеру, к актерам, к художнику? Если есть, поднимайте руки и спрашивайте, пожалуйста. Нет пока? Окей, продолжаем разговор. Жанна, значит, вопрос к вам. В общем, я бы определил жанр вашего фильма как параболу. То есть такую, знаете, несмотря на всю привязку к реальной жизни, это, в общем, такая, как сказать, по-английски такая fail,
Fable, Fairy Tale, скорее, более сказочная история. Но через вот эту такую летучесть и невесомость очень, тем не менее, видна, просвечивает не совсем благополучная ситуация в Казахстане, как бы радостно не описывала нам ее Индира вместе с Ермеком. В общем, фильм вскрывает массу проблем, которые есть, насколько я вижу, в сегодняшнем Казахстане, будь то огромный разрыв между классами, богатыми и бедными, или с нищетой, или с коррупцией, и, в общем, все это есть в вашем фильме. И хотя благодаря, и для меня это открытие во многом, потому что благодаря нашим медиа, в общем, складывается такое представление, что ситуация у вас еще даже более стабильная, чем у нас в России. Вот, и поэтому я хочу, чтобы вы прокомментировали вот все то, что я сказал, и наличие просто примет реальной жизни в вашей такой воздушной концептуальной истории. Вы слышите меня? А на самом деле несколько таких казахстанов, да, такой есть рыцарь, плакатный казахстан, который... По-моему, вы зависли. Продвигается в мире очень много таких их лапит. Я сейчас... Хьюстон, у нас проблемы. Мы ничего не слышим, к сожалению. А вот, Жанна, вы развислись? А теперь... Нет, я просто ничего не трогала, у меня ничего не зависело. Нет, вы не, да, мы просто вас не слышали вот последние 3 минуты. А, хорошо. Хорошо, давайте тогда, да, то есть, существует Казахстан. Первый Казахстан, это такой плакатный, открытый, отличный Казахстан, имидж которого является во всем мире, когда очень большие деньги тратятся на разные показательные такие выступления, как эти, которые большим временем ложатся на жертв. Это все, что касается официального Казахстана. Есть другой Казахстан, который не показывает, который мало кто знает, если, например, находится за границей, и когда я куда-то приезжаю, жала, например, с разными фильмами, мне говорят, ну вы же из богатой страны, это все, что вот вы как бы показываете, же это вы драматизируете, утрируете и так далее. И часто такие вопросы задают. А мне совсем не интересно как бы работать на первого плакатного варианта Казахстана, потому что там есть целое Министерство культуры, которое этим занимается, просто бесперебойно, снимая различные патриотические кино. Я как исследователь, как автор, я люблю копаться в жизни маленького человека, и меня жизнь маленького человека интересует гораздо больше, чем все остальное. Вот. И я считаю, что это такая привилегия режиссерская, авторская, иметь право говорить о том, что тебя беспокоит в твоей стране. Вот так вот открыто на публику. Спасибо. Спасибо за такой ответ. То, что вы переехали в Лос-Анджелес, это как-то связано с вашей позицией? В дальнейшем вы собираетесь работать где в большей степени? Я коротенько отвечу. На самом деле, наверное, главная причина, по которой я переехала в Лос-Анджелес, невозможность работать в Казахстане. Я 10 лет была в Чёрстах Министерства культуры, киностудии «Казахфильм». Мне ни разу не дали даже копеечки на мы. Я испытывала гонения, я испытывала такую травлю, скажем так. Вот. И мне очень сложно давались мои проекты. И, знаете, я так от этого, честно говоря, подустала в какой-то момент. И перспектива работать где-нибудь официанткой в Лос-Анджелесе меня нисколько не пугала. Это даже меня меньше пугало, чем снимать независимое кино в Казахстане. Нет, я официанткой, конечно, не работаю. Я таки пытаюсь какие-то вещи... в общем-то, сделать, но я не знаю, что должно произойти, что стало кино в Казахстане, я не знаю. Тут мне $1 миллион наличными упал на голову сейчас в Казахстане. Только тогда, наверное. Я понимаю, о чем я.
Ну, мы живем в глобальном мире, и, в общем, можно жить в одном месте, снимать в другом, там, думать о третьем. То есть, я уверен, что вы по-прежнему являетесь казахским режиссером, и, но вы оставляете для себя открытыми какие-то опции работать, там, не знаю, в других каких-то, может быть, азиатских странах или не азиатских, или, не знаю... Вот мы знаем пример этой... Да, отвечайте. Вы знаете, у меня нет сейчас никаких таких конкретных планов. Я сейчас, ну, в связи с этой ситуацией, которая мои планы, как интересно, на этот год не корректировала, ну, как скажем так, не немножко, а так существенно скорректировала, я бы сейчас... стала какие-то заявления делать, что бы я не хотела. Я точно знаю одно, я хочу снимать кино, и мне не важно, где я его снимаю. И абсолютно, только я в Казахстане приснимаю. А во всех странах у меня, мне было бы интересно поработать. Как интересно, то есть сейчас вы себе как бы закрываете эту дверь, да, пока вот на родину, так, немножко на вас достало. Как это я закрываю? Как это я закрываю? Мне ее закрывали 10 лет, вам, я никогда не закрывала эту дверь. Я никогда не хотела уехать, я могла уехать 10 лет назад, 5 лет на уехать в Германию, у меня много предложений было. Ситуация так, просто вынудили уехать. Как-то я подумала, что почему нет? Понятно. Мир большой. Да. Наверное, вопрос для всех. У нас не появились вопросы у нашей публики? Давайте. Ой, это Маша, я тебя не узнал. Давай, давай. Планируется вообще какая-то карточная история этого фильма в Казахстане, и, может быть, уже есть предложение от российских партнеров. И как раз, может быть, актеры сейчас скажут, насколько, на их взгляд, такое кино сейчас вот среди молодых, да, зрителей массовых в Казахстане вообще может быть востребовано. Спасибо. Кто будет первый отвечать? Вы слышали нас? Да. Это к актерам слышу. Же вопрос, да? Это и к вам, и к актерам. Давайте начнем с актеров. Хорошо. Тогда я начну. Давайте. Если насчет фильма, что интересно нашим молодым поколениям, да, это то, что просто сейчас, что просто, ну как бы сказать так, где не нужно напрягаться, что собирает кассовые фильмы. То, что мы проживаем каждый день. Я бы хотел сказать, что вообще, хоть и фильм не такой прям глобальный, да, но он затрагивает очень даже больные темы, и месседж довольно-таки серьезный. Что для взрослого поколения, что для молодого, поэтому считаю, что этот фильм должен посмотреть каждый, кому вообще не безразлична судьба там других людей. И что касается моего героя, лично я, когда прочитал сценарий, когда мне его отправили первый раз, я был немного в таком, знаете, шоковом состоянии. Думал, а ведь правда в жизни есть такие люди, и такое и правда происходит в нашем мире. И это все из-за того, что, к сожалению, существует несправедливость и доминирование сильных над слабым. Вот поэтому я считаю, что каждый человек должен посмотреть этот фильм. Он будет интересен, я уверен. Жанна, что скажете вы? Вот. Я хотела бы добавить пару слов. Если вы не возражаете. Мы тут за. Сейчас с каждым годом интерес к национальному кино в Казахстане растет. С каждым годом увеличивается доля национальных фильмов, которые в прокате занимают
лидирующие места, да, скажем, лет 5 назад, об этом даже не забывают, да. И, ну, очень много есть этих фильмов коммерческих, известных, исторических, которые, в общем-то, пользуются большой популярностью, и люди на них ходят с большим удовольствием. Что касается этого фильма, конечно, мы будем, ну, как бы мы будем делать прокат. Мы еще не знаем, какова его будет судьба этой судьбы в кинопрокате Казахстана, потому что востребовано в основном развлекательное кино, комедии, бешеные свадьбы, развлечения. И наши кинопрокатчики, они не любят эти фильмы. Они мне говорят: «Жанна, мы тебе уважаем, там, наши поклоны, но фильм брать не будем, потому что вот мы на нем ничего не заработаем». Есть очень большая проблема с этим на самом деле. Вот. И мы потом выкладываем их через какое-то время в миллионные просмотры, и как-то вот это так получается, к сожалению. Но в данном случае почему-то мне кажется, что фильм пойдет хорошо в кинотеатр, потому что 20 лет главные герои, там очень много известных людей, вот эти вторые второстепенные, которые это, в общем-то, известные, как-то в Астане. Я почему-то вот полна оптимизма, хотя не знаю почему, но вот мне кажется, что фильм понравится, и на него будет. Прокат будет сняться. Жанна, поправьте меня, если я не прав. У вас единственная вот такая значительная реплика на русском языке. Это реплика из уст судьи, да, насколько я понимаю, с приговором вот этим зубодробительным на 20 лет главному герою. Значит ли это, что в вашем понимании вот русский язык, этот вот такой язык, значит, репрессивный, такой, знаете, несет на себе вот эти функции, или это просто такая практика в казахских судах, что вот как бы судьи говорят, выносят свои вердикты по-русски? Это вот как-то очень интересная тема для нас. Они не выносят свои вердикты по-русски, а судопроизводство осуществляется на русском языке. Ага. Я говорю о том, что не судьи выносят приговор на русском, а судопроизводство осуществляется на русском языке. То есть все, судопроизводство. Да. Да, то есть то, что касается вот это, наших вот уголовных кодексов, даже вот этих законов, их не найдешь даже в переводе на казахском языке, их даже нет, просто вот как бы вот, в материальном виде. То есть это все только поэтому это как интересно. На никакой что... отсылки как русскому, как к репрессивному нет. И при чем тут вообще русский язык? Просто очень интересно, что как вы связали приговор, который сделали, с языком, на котором его сделали. Я вот, честно, как автор, вот вы меня прямо озадачили. Весь фильм на казахском, и единственная фраза полноценно звучащая. Весь фильм на казахском, а судопроизводство на русском. Но мы же этого не знаем, мы же не знаем этой практики вашей. Да, мы же не знаем этого ничего. Да, если человек не понимает, ему предоставляют переводчика, и он обязан все понимать, ну, как бы, если какие-то вопросы. Но так вот получилось, что судопроизводство у нас еще идет на полностью. Вот, Для нас-то это очень интересно, что наш великий и могучий язык Толстого и Пушкина используется исключительно в этом, в этой сфере, такой же зубодробительной. Вот. Не появились ли вопросы у наших коллег? Потому что мы скоро будем заканчивать пресс-конференцию. Не появились. Тогда я спрошу у каждого последний вопрос по поводу названия и смысла фильма. Верите ли вы, вот каждый из вас, в судьбу? И были ли у вас какие-то интересные истории на эту тему, которые вдохновили, может быть, автора Жанну на этот фильм? Сначала давайте начнем с Антона, и Жанна будет последняя. И не могу сказать, что верю в судьбу. Вообще не верю ни в какие высшие силы, которые управляют человеком, кроме самого человека. Поэтому, ну, вот как бы в такую, если как что-то мистическое, то что как некая книга, в которой что-то начертано, в такое я не верю. Я верю в то, что
ну, либо судьба – это что-то, являющееся следствием поступков. И мы часто можем не отслеживать схему, как мы формируем свою судьбу дальше, поступая так или иначе. И для нас поэтому как бы все сюрприз. О, судьба, ничего себе, так получилось. Как бы. Но вот как бы в какую-то такую вот стороннюю силу, которая ведет нас как за ниточку по жизни, как по написанному сценарию, от которого как бы невозможно уклониться, я не верю, честно говоря. Ну просто характер наш определяет наш дальнейший вектор. А вот так судьбу нет, наверное, в таком смысле. Вот. Высоком. Окей, кто дальше? Индира, давайте вы. Ну, в моей жизни слово «судьба» как бы не имеет прям такого значения, потому что как таковой, чтобы использовать эту фразу, у меня не было ничего связано с этим. Так что сейчас не могу особо ничего придумать. Окей. Ну, не зря же снимают фильмы про судьбу, значит, у кого-то она есть, а кто-то сталкивался с этим. Ермек. Я сам по себе вообще не суеверный человек, конечно, но я верю в то, что ничего не бывает просто так. Ничего не бывает просто так. Были ли в моей жизни такие судьбоносные моменты, я скажу да. Они были, это случилось в этом году. Я встретил свою прекрасную, любимую жену на площадке. И я недавно женился. И я считаю, что это произошло очень даже судьбоносно. Потому что слишком много таких переплетений. И, ну, таких судьбоносных вещей, которые произошли. Я даже сам иногда бываю в шоке. Так что я верю в судьбу. Отлично. Мы вас... Поздравляем, вот такие красивые подушечки там в кадре. Жанна, давайте теперь вы, как главная движущая сила этой истории. Она не могла бы прийти вам в голову, если бы вы долго об этом не размышляли, что можно пойти в одну сторону и попасть на 20 лет в тюрьму, а в другую и жениться на прекрасной Индире. Жанна. Да, за вопросы вопрос, на деле. Вы снова зависли у нас. Вопрос, почему я этот фильм-то решила? Вы меня слышите, я опять пропала, нет? Ну так. Нормально? Да, сейчас слышу. У меня все хорошо, я вас слышу. Сейчас нормально, да. Я верю. Я так же, как я... Антон, верю в факторы воли, но я более чем у века. Есть определенное какое-то предначертание, я в это верю. Что? Если верить, если мы написано, то и зайдет. Но в этом нет никакой обреченности в моей вере в судьбу. Нет никакой пассивности, наоборот, также я верю в века, который может стены, ломать какие-то пады, перелезать, вылезать, спасать, вопреки, на зло. Потому что всегда в жизни это чудо. И это действительно про тот выбор, осознанный, которым день, каждую минуту, каждый час. Когда огромного количества полностью и потом это может нас действительно как-то изменить нас. Я вот в это верю, потому что если бы туда не пошел, не встретил, ну я не знаю, я не хочу вот слишком говорить об этом, как бы от нас ничего не зависит, конечно. Это вот золотая середина. Я пользуюсь случаем в конце хотел бы поблагодарить Московский кинофестиваль за то, все-таки, несмотря ни на что, он проводится, вот как он должен проводиться. Потому что я считаю, в условиях победила фестиваль, это прощай подвиг. Спасибо вам всем большое быть в конкурсе этого прекрасного фестиваля. Слава
лучи добра, бить спасибо всем в данном фестивале. Мы очень рады быть здесь. Спасибо огромное. Привет Лос-Анджелесу, привет Алматы. От нас, от всех. Ждем ваших следующих фильмов, неважно, где вы их снимете. Спасибо большое. Спасибо.